В середині 80-х років минулого століття, коли в Радянському Союзі повним ходом йшла перебудова, від однієї лише згадки імені мого сьогоднішнього співрозмовника здригалися найвпливовіші члени Політбюро. Саме він розслідував найбільш резонансні справи. Саме від його висновків залежала тоді політична ситуація в Радянському Союзі. Сьогодні у нас в гостях колишній старший слідчий по особливо важних справах при Генеральному прокурорі Радянського Союзу наш земляк Володимир Калиниченко. Добрый день, Владимир Иванович. Добрый день. Я очень рад вас видеть сегодня здесь, у нас в студии. Взаимно. Мне очень приятно, что свой путь вы начали именно с Украины. И именно здесь были первые ваши громкие, нашумевшие дела. Скажите, как надо было их расследовать и что надо было тогда делать, чтобы из провинциальной, в общем-то, республики переместиться в Москву, да не просто в Москву, а в Генеральную прокуратуру? Ну, путь в Генеральную прокуратуру у меня связан с частью, с меньшей частью жизни профессиональной, потому что я закончил Харьковский юридический институт в 1971 году и был распределен на работу в прокуратуру Запорожской области, где начал с должности следователя прокуратуры Заводского района. Через несколько лет был назначен прокурором следственного отдела прокуратуры области, затем прокурором-криминалистом прокуратуры Запорожской области. А в 1979 году было принято решение, меня перевели на работу в прокуратуру СССР, назначив на должность следователя по особо важным делам при генеральном прокуроре. И как раз это были те годы, я бы не сказал, что на Украине я занимался громкими делами. На Украине я расследовал убийства, и дела, которые, в общем-то, возникали в недостаточно крупном областном регионе нашей родной ныньки Украины. Ну, политически громких дел тогда здесь не было. Политически громкие дела были, но они расследовались, как правило, здесь в прокуратуре республики. Кстати, в чем была вот специфика вообще Украины? Тогда было очень много громких дел. Это было дело по ряду ректоров медицинских вузов Украины, где один из ректоров о взятках приговорили к расстрелу. Было нашумевшее уголовное дело. Еще в России таких дел вообще не было. И на Кавказе. Это по Ворошиловграду, по Одессе. Но вот Украина всегда отличалась такой спецификой, что не требовалось приезда в республику следователей прокуратуры СССР. То есть здесь разбирались сами. И решали эти проблемы своими руками. Это шло поэтому, поэтому если взять 70-е годы, то как раз первые громкие дела это были на Украине, а далеко не в России. А в России как раз первое дело после моего назначения, которое мне и было поручено в отдельных эпизодах, это дело по Министерству рыбного хозяйства. Ну, это знаменитое дело. Дело «Океан», да. Вот. Но оно началось где-то в 77-м году. Поэтому здесь впереди планеты всей была Украина. В чем там была суть в дело Минрыбхоза, да, называлось? Дело Минрыбхоза, если очень коротко сказать, бывший министр рыбного хозяйства Ишков сумел убедить Косыгина, возглавлявшего тогда правительство, в целесообразности передачи Министерству рыбного хозяйства функций торговли собственной продукцией. Когда, хотя это была по нашей конституции, по нашим законам, монополия государств, была организована система союза промсбыта, значит, появились левые шальные деньги. Большие? И на этом деньги, ну, по тем меркам деньги не очень большие. Ну, примерно по этому делу был арестован, привлечен к уголовной ответственности заместитель министра рыбного хозяйства Рытов. Вот. Его, кстати, приговорили тогда к расстрелу и расстреляли. Так вот, ему вменялись вину получения взяток в пределах 200-300 тысяч рублей. Но сами эпизоды взяток, они всегда колебались в пределах от 500-300-200 рублей до 2-3 тысяч рублей. Вот в этой системе, которая затронула всю отрасль. Владимир Иванович, я, наверное, не ошибусь, предположив, что самое громкое дело для вот тех, кто наслышан вообще об этом, для людей, которые читали об этом много в перестроечной прессе, в частности, в журнале «Огонек», это дело связано, это так называемое «хлопковое дело», связанное с Узбекистаном. Вы были, в общем-то, в центре этого дела. Что вы можете рассказать об этом? Это было чисто узбекское дело или, как намекали многие, московское? Нет, это не совсем было так. Дело в том, что проблема или проблемы, связанные с хищениями и взяточеством в Узбекистане,
они возникли в середине 70-х годов. Тогда еще не особенно затрагивалась проблема хлопка. Вот, первое уголовное дело, это дело, его мало кто знает, дело 75-го года, по которому привлекали к уголовной ответственности председателя президента Верховного суда, фамилии сейчас не помню. Дело, по которому проходила секретарь ЦК Компартии Узбекистана Насреддинова. Насреддинову была дана отмашка на ее привлечение к уголовной ответственности. Были собраны достаточно серьезные материалы о получении ее взяток. В том числе и материальные, да. И в самый последний момент была дана отмашка на самом высоком уровне расследование по делу притормозить. Как мне рассказывал покойный Герман Петрович Каракозов, начальник следственной части, прокуратуры СССР, который вел это дело. Конечно, я был ошарашен, потому что доказательства вины были бесспорны. И я сказал, Герман Петрович, ну какая же судьба этого дела? Его прекратили, приостановили производство. Он сказал, нет, оно просто лежит в сейфе без движения. И оно пролежало без движения до 80-х годов. И в конечном итоге дело Насреддинова было прекращено. А в те годы, если бы не вмешательство Брежнева, пожалуй бы, она была арестована и ушла бы в суд. В начале 1984 года было реализовано хлопковое дело. А началась его реализация не с Узбекистана, а Комитет государственной безопасности по Москве и Московской области реализовал это уголовное дело путем задержания и арестов на территории России руководителей объединений хлопкоочистительных Узбекистана и директоров ряда хлопкозаводов. Потому что приписки хлопка, которые совершались в республике, в потрясающих размерах, нужно было вскрывать эти приписки. И поэтому сюда, в Россию, на перерабатывающие фабрики хлопок поставлялись под видом хлопка шестого сорта, его отходы, линт и улюк. И для того, чтобы здесь закрывали глаза на прием вот этих отходов, давали взятки, да, за пустой вагон, там такса была 10 тысяч рублей, за полупустой с пересорки цена колебалась с 5 до 6 тысяч рублей. Вот это дело было реализовано в начале 84 года, а в июне 84 года расследование поручили по этому делу мне. Поэтому у нас иногда путают, говоря о том, что хлопковым делом занимался Глян. Глян никогда никакого отношения к этому делу не имел. По этому делу была поставлена задача выявить систему приписок хлопка, обосновать реальными ли были суммы взяток, которые исчислялись уже по хлопку по Узбекистану, сотнями тысяч рублей, 200-300 тысяч и более, разовая взятка. Вот. Были ли реальными эти деньги, то есть как они похищались, вычленить эту систему приписок хлопка, хищения и взяточничества и завершить расследование этого дела в достаточно сжатые сроки. Поэтому хлопковое дело – это не какое-то одно большое дело, а в ходе расследования приходилось выделять в отдельное производство узловые дела. Поэтому глубокое заблуждение о том, что по хлопку занимались только в Узбекистане. Это не узбекское дело. Здесь были, сидели и были арестованы руководители перерабатывающих предприятий Московской области, Рязанской, Тульской, Чебоксарской. То есть, будем говорить, если по количеству привлеченных к уголовной ответственности, по моему хлопковому делу, то это была половина русских, половина, собственно, узбеков. Ну, Владимир Иванович, еще Леонид Ильич Брежнев, будучи в Узбекистане, обращаясь к Шарафу Рашидовичу Рашидову, говорил, что дадите нам, да, 6 миллионов тонн. Да, да, вы знаете, ведь дело в том, что когда люди уже давали нам показания, и при допросах, в общем-то, они все каялись, и когда у нас была поставлена задача выявить руководителей приписок, вот, это был министр хлопчатой промышленности Узбекистана Усманов и его заместители практически все. Вот, это было отдельное уголовное дело, которое ушло в суд. Они уходили различными делами. Там, наверное, около сотни дел было закончено вот, по этим проблемам. И они к нам официально говорили. Ну, во-первых, по делу было установлено о том, что приписки хлопка ежегодные составляли не менее 1 миллиона тонн. Вот. То есть реально они могли собирать в лучшие урожайные годы при хороших погодных условиях не более 5 миллионов тонн, а в отчетности было 6 миллионов. Вот а государство они... платило за 6, да? Государство платило за 6, конечно. И какая разница была? Сколько? Значит, плановую экономическую экспертизу я провел, взяв предел 5 лет, временный период 5-летний. За 5 лет минимальный размер, подчеркиваю, минимальный размер приписок хлопка составил 5 миллионов тонн. И с госбюджета мы с вами,
это наши общие деньги с того Советского Союза, граждан всего Советского Союза, было выплачено 3 миллиарда, из которых 1,6 рублей. Из которых 1,6 миллиарда – это дороги, школы, больницы, то есть инфраструктура, которая в Узбекистане создавалась. А 1,4 миллиарда – это заработная плата. То есть, то, что заработную плату никто не получал, потому что продукция произведена не была. Поэтому минимальный размер приписок хищения денег только при приписках хлопка составлял за 5 лет 1,4 миллиарда. Около полутора миллиарда. Да, а эти деньги все раздавались в виде взяток. То есть, начиная снизу доверху. Вот. И вот такие и до какого, были в основном... Да, я закончу. Сейчас то, о чем, Дима, ты спросил. Да, они вот нам говорили, что простите, пожалуйста, поднимите материалы пленума ЦК Компартии Узбекистана, на который приезжал Леонид Ильич Брежнев. Ну, ходатайство обосновано, мы их поднимаем. И в выступлении Брежнева звучит такая фраза. Он обращается к Рашидову и говорит: Шараф Рашидович, дадим стране... Узбекистан даст стране 6 миллионов тонн хлопка. И он ему подвострастно отвечает: трудно, Леонид Ильич, но постараемся. И вот они говорили: но если вы пытаетесь нас обвинить в том, что мы такие мерзкие люди, и мы приписали 1 миллион тонн хлопка, то как быть со словами генерального секретаря? Ведь он практически, глава государства, обязан был знать, что больше, чем мы можем, мы произвести не в состоянии. И эта цифра совершенно нереальна. Но нам такую установку дали, мы ее выполняли. Вот. Но я могу оправдать, если по большому счету говорит Брежнева, в чем? Дело в том, что с точки зрения политической, этот блеф, он был выгоден, ну, тем внешним врагам, то есть тем же американцам или немцам. Почему? Потому что хлопок сырье стратегическое. Угу. И если наша страна добывала бы хлопок в размере 8 миллионов тонн, это еще приплюсуем сюда хлопкосеющие республики, частично Азербайджан, Туркмению, Таджикистан, но удельный вес у них очень был небольшой, то тогда вырисовывалась картина, ну, нашего внешнего благополучия. Мы перед кем-то блефовали на Западе. Вот с этой точки зрения, возможно, действия Брежнева были оправданы. Но в том, что он не сумел просчитать, во что это выльется и во что это вылилось. Потому что вы понимаете, что мы же не случайно, я затронул вопрос, что были взятки по 200, 500, 3000 рублей. Да, это по тем делам по Министерству рыбного хозяйства, по Сочи, Краснодару. По таким громким, значимым делам этих лет, то здесь уже размеры взяток были совершенно другие. Если бы генеральный секретарь Брежнев не был в могиле, возможно было бы появление этого дела? Я думаю, что если бы был жив Рашидов, а он умер до возбуждения уголовного дела по пути в ЖИЗАК, он был тяжело больным человеком, ездил в сопровождении реанимации, на трассе ему стало плохо, он скончался. Вот если бы был жив Рашидов, если бы жив был Брежнев, появление хлопкового дела было бы невозможно. Это уже было при Андропове? Это было уже когда? Это 84-й год, начало 84-го года. Владимир Иванович, это дело иногда называли не просто узбекским, а узбекско-московским. Вы согласны с этой постановкой вопроса? Ну, какое узбекско-московское? Вы понимаете, дело в том, что, естественно, и в рамках моего дела, ну, Глян шагнул немножко дальше. Вот. То есть, деньги шли в Москву, наверх? Значит, для сравнения могу сказать одно единственное. Вот, знаете, я вот когда допрашивал отдельных ответственных работников из центрального аппарата, из Министерства союзного, я им задавал один вопрос. Я говорю: послушайте, вот по установленным, кстати, там дело, ну, люди каятся во взятках. Вот. У вас-то какие эпизоды? 1000 рублей, 1500 рублей. Мелочь. Какое-то золотое колечко там за 1000 рублей и так далее. Вот вы, беря вот эти мизерные, маленькие суммы, я не оправдываю, потому что зависит ли все от размера взятки. Но, тем не менее, факты – упрямая вещь. Вы подписывали документы, которые позволяли воровать деньги миллионами рублей, сотнями тысяч рублей, приобретать золотые изделия. Вас никогда не унижало, что люди, которые зарабатывали миллионы, а вам давали копейки, просто вас презирали, как законченных мразей, которому достаточно налить бутылку водки, ну, грубо говоря, да, накрыть стол в ресторане, чтобы решить проблему за подписью бумаг, позволяющих воровать миллион. Вот вас лично никогда не унижало это чисто по-человечески. Ну, по-разному, окали, йокали и прочее. Поэтому как раз баснословных сумм взяток в Москву, условно говоря, нет. Но потом, когда Глян пошел в своем деле, оно, его дело, я бы назвал, скорее всего, милицейско-партийным, потому что он начал с руководителей милиции целого ряда областей. На них стал выходить на секретарей обкомов партии отдельных. Это была бесконечная песня. А потом у него была целеустремленность
родить очень громкие заказные дела, родить их через Москву. Вот отсюда был создан миф поголовного взяточества Москвы. Я не говорю, что взяточничества не было. Он говорил на съезде, что и Горбачев, и Лигачев брали взятки. Ну, вы понимаете, пусть это ставится на совести Тельмана Харяновича. Вот. Вопрос-то заключается в одном, что после всех этих разговоров, несмотря ни на любые потуги, никто из названных им лиц, как взяткополучателей, к уголовной ответственности привлечен не был. Сменились поколения, ушел небытие Горбачев. Появилась Россия, появился Борис Николаевич Ельцин, который клялся, что он будет бороться с коррупционерами, такими как Гришин и другие. Но, простите меня, первый замминистра Московского горкома Виктор Васильевич Гришин умер в полной нищете в районном совбезе, где он пришел за оформлением пенсии. И никаких денег у Гришина никогда не было в помине, ни особняков, никаких ценностей. Еще раз подчеркиваю, человек, который скончался в нищете. Это, кстати, тот же миф сегодня, который рождается у Галины Леонидовны Брежневой. Вот, равно как и ее мужа Юрия Михайловича Чурбана. Но мы к ним подойдем еще отдельно. Да, вот. То есть вы считаете, что ни Лигачев, ни Горбачев взяток не брали? Я считаю, что оперировать можно только теми фактами, которые по делу доказаны, и которые, по которым постановлен в своем законном порядке обвинительный приговор. А говорить о субъективном мнении, брал или не брал, это было бы нечестно и непорядочно. Понимаете? Владимир Иванович, я знаю, что в ходе обысков, которые производились в Узбекистане у работников центрального аппарата партии и так далее, были найдены чуть ли не бочки, бидоны с золотом, кольцами, с серьгами. Это правда или нет? Бочки, три бочки большие, вот сколько они по объему, 100 литров или сколько. Ну, вот большие обычно стандартные молочные бетоны. Три бетона с изделиями из золота были изъяты у первого бухарского секретаря Каримова. Вот. А где остальные... он их хранил? У себя в огороде где-то? Он их хранил в поле, зарытые в землю, забетонированные. Ну, в общем-то... Вы выезжали туда? Лично? Я туда не выезжал, это занимался Глянетем. Вот. А остальные ценности тоже изымались, ну, в достаточном количестве. Например, ну, как если мы говорим об изъятии ценностей, ну, по тем временам очень много изделий из золота, бриллиантов были изъяты нами у бывшего второго секретаря Краснодарского крайкома партии Тарадей, к тому времени заместитель министра мясомолочной промышленности СССР. Опасный пост. Вот. Дело не в этом, а вот дело в том, что у меня и сейчас сохранились эти фотографии. Золото было, одно хранилось в курятнике, в ведре металлическом, примерно в выгребной яме. В другом случае изделия из золота и бриллиантов, ну, суммы там приличные были, тоже порядка 300 тысяч рублей, 400 тысяч рублей. Они хранились в чугунной такой специальной болванке, замурованной в стену. Причем все это хранилось у его водителя. Вот. Если бы не признание самого Тарады, то шансов найти деньги в тех местах, в которых мы их изымали, конечно, было бы нереально. Бывали признания, не было ли мер физических применимо? Я, если касается тех дел, которые расследовал я, то никогда никакого применения физического насилия и даже использования каких-то, ну, может быть, мягко говоря, полудозволенных методов, которые связаны с воздействием незаконным на человека, не было. В основном это все было на психологии, на очень тонкой психологии. Вот, на возможностях поставить человека в такие условия, когда он вынужден идти на дачу каких-то. Вы думаете, что если даже люди у нас по делу признавались, они всегда говорили правду? Конечно, нет. Оговаривали себя, бывало? Не оговаривали, а мы устанавливали 2-3% эпизодов из их распрекрасной жизни. По сути дела, они поэтому это и признавали. Знаете, вот вся тактика следствия это была на одном. Лучше 2-3%, чем пусть будет 2-3 эпизода, нет. Потому что при сотне эпизодов нужно доказать реальность этих денег. Для этого нужно доказать источники этих денег, показать, откуда они шли. И при такой работе никакого следственного аппарата даже той стороны просто не хватило бы для расследования. Поэтому вычленять нужно было проблему, говорить нужно было о проблеме. Вот, а потом искать выход из этой ситуации. А выход уже, естественно, это не дело следователя. Это политический, экономический, социальный, как угодно его называете.
Делали ли из этого выводы? Очень сомневаюсь, потому что ведь самое забавное было в другом. Знаете, вот я всегда задавался, Дима, вопрос, зачем расстреляли Рытого, заместителя министра рыбного хозяйства? Ну, наверное, чтобы показать остальным, насколько здесь это будет опасно. А до Рытого был арестован начальник Союза промсбыта Рогов. На его место был приглашен Иван Федорович Денисенко с Украины, начальник Всесоюзного объединения «Ащер рыбы» в Севастополе. Вот Денисенко арестовывал я. Человек, прошедший войну Великую Отечественную. У него разве что не было звания Героя Советского Союза. Заслуженный человек. Заслуженный человек. О нем писали газеты в 1942-1943 году. Человек очень яркий, одаренный. А вот он, придя на место арестованного за взятки Рогова, всех своих кошельков, взяткодателей на Украине и в Грузии, ну, вот с нашего южного региона, он всех перенацелил на себя. То есть, переподчинил себе и продолжал в Москве, на месте арестованного Рогова, продолжал также брать взятки. Расстреляли Соколова, директора универмага Елисеевский. Это немножко другое дело, я к нему никакого отношения не имею. Вот. Расстреляли Усманова, министра сельской промышленности. И вот самое удивительное, что когда уже на слуху был Узбекистан, когда об этом говорили, я в 87 году по поручению Рекункова Александра Михайловича, генерального прокурора, выезжаю в Казахстан для расследования этого интересного дела по системе автомобильного транспорта Казахстана. Оно потом переросло в аресты крупных партийных руководителей. И я встречаюсь, наша первая встреча с Кунаевым Димашем Ахметовичем. Вот. Он говорит: Владимир Иванович, я много о вас наслышан, но я вам хочу сказать, что Казахстан – это не Узбекистан. И здесь такого не будет. Через два года расследования один яркий казахский политик тогда сказал Кунаеву: ты выживший из ума старик, зачем ты запустил этого козла в наш огород, то есть меня. Это не Нурсултан Абишевич был случайно? Я не буду говорить, кто это был. Так. Вот. Но тем не менее, он ему такое сказал. Вот. И, конечно, Кунаев, который видел расследование это дело в своих интересах, конъюнктурных, политических, никогда не думал, что в ходе расследования по делу, и меня убеждая, что в Казахстане все это совершенно не так, он никогда не думал, что в конечном итоге я выйду на него самого. Ой. Я поставлю вопрос через Геннадия Васильевича Колбина, тогда первого секретаря, о его аресте. Геннадий Васильевич получит добро Михаила Сергеевича Горбачева на арест Кунаева. Как мне передавал Колбин, говорит, если Калиниченко уверен... Горбачев сказал, да? Да, пусть арестовывает. Но дело в том, что Кунаев был в возрасте, был тяжело больным человеком, и при первом его допросе... Вы его допрашивали на квартире? Как это было, расскажите? Как можно вообще допрашивать такого человека, дважды героя социалистического труда, члена Политбюро, всесильного, друга Брежнева? Ну, как было? Ну, во-первых, я еще раз говорю, что сначала вопрос был согласован с Горбачевым. Было получено добро. А вот когда дело дошло до практической реализации, и когда я сказал покойному прокурору республики Елемисову о том, что мне нужно допросить Кунаева, он испугался и сказал: я умоляю, Владимир Иванович, умоляю вас, только не в здании прокуратуры республики. У вас самого коленки не дрожали? Да, нет. Я спрашиваю, а где вы? Где вы мне позволите его допрашивать? Вот где угодно, в любой районной прокуратуре. Я говорю: Галим Божимович, ну, если член ПБ, да, ну, все, он уже тогда не был членом, он ушел на пенсию. Но если, говорю, член ПБ, бывший член Политбюро, придет в районную прокуратуру. Но он абсолютно известная публичная личность. Скрыть этого невозможно. Что будет меньше ажиотаж? Что хотите, то и делайте, но я вас умоляю, только меня не подставляйте. Тогда я принял иное решение. Позвонил Кунаеву домой. Встречался я с ним неоднократно до этого, в течение нескольких лет. Сказал, что у меня есть необходимость официального его допроса. И что я принял решение, если он не возражает, допросить его дома. Он сказал: Владимир, что вы, я не возражаю. Но у него сидел... И вы к нему поехали домой. Да. У него сидел лечащий врач. Я взял с собой следователя по особо важным делам прокуратуры Украины Юру Сидоренко, своего товарища. И мы поехали с ним вдвоем.
Вот, один я не стал ехать. Вот, в комнате, мало ли что, в комнате, да? Нет, ну, чтобы, да, мало ли что может быть. В комнате возле Кунаева был врач. Сначала я подумал о том, что это немножко блеф идет какой-то, но когда она ему делала через каждые буквально 10 минут уколы, я просто объективно, и его состояние я видел, я просто объективно понял, что он тяжело больной человек. И если я его арестую, и дело не дойдет до суда, и он умрет на стадии, допустим, предварительного расследования, то политически из него сделают... Он и так был национальным героем Казахстана и остался сегодня в памяти казаха, благодарный, заслуженным человек. Вот, то его смерть в Лефортово, она могла бы стать предметом политических спекуляций. Так как обвиняют в том, что были преследования узбеков, то здесь могло произойти, самое неприятное. Вот. И я отказался от ареста Кунаева. Просто субъективно. Причем он понимал всю реальность происходящего, потому что когда я Юра писал протокол, когда он его закончил, и я говорю: «Димаш Ахмедович, вам вот нужно расписаться здесь». У него руки ходуном ходят, и он мне поворачивается ко мне и говорит: «Сынок, я обвиняемый или кто?» Я говорю: «Димаш Ахмедович, я вас допросил в качестве свидетеля». Он: «Ты меня не обманываешь?» Я говорю: «Нет, посмотрите, вот бланк, протокол допроса, свидетель». Внизу говорит: «Упреждали». Естественно, я ему поставил конкретные вопросы. Тогда-то, в такое-то время, получали ли вы взятку в таком размере, Но все, я слышал, ответ нет. Это правда, что он был при параде с орденами, нет, со звездами? Нет, нет, ничего подобного. Он был в абсолютно домашней одежде, в рубашке. Вот. Он очень умный человек. Вот. На меня произвел и всегда производил очень благоприятное впечатление. Вот. Другой вопрос, что он, видимо, стал заложником той системы, тех отношений, которые складывались в Советском Союзе в 60-е, 70-е годы. Вот. К этому нужно относиться с пониманием. Можно было относиться с пониманием. А не рвать и метать, говоря о том, что вот поголовно все взят. Потому что взяточники... Ведь очень важно понять природу изменения поведения человека. Почему он, будучи молодым, нормальным человеком, честным человеком, ну, на каком-то этапе жизни трансформируется и становится казнокрадом и взяточником? Почему, почему система вырастает взяток? Вот у вас не возникала мысль, когда вы вели эти дела, что насквозь прогнила система, что страна, этот колосс на глиняных ногах стоит, что надо что-то менять? Нет, ну вот посмотрите. Вот, например, мне пришлось уже в конце 80-х годов, это вот это же казахстанское дело, когда оно ушло за рамки Министерства внутреннего транспорта, я стал брать под стражу отдельных руководителей партийных органов. Вот у меня был арестован секретарь первой Чердаринского райкома партии Элисбек Бекжанов. Вот в книге своей первой я поместил фотографию Бекжанова, описывая это дело. И он стоит на трибуне под лозунгом «Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи». А мы у него вывозили ценности из дома тремя КАМАЗами. И вот я, когда эти ценности описывались, я никак не мог понять внутренне, зачем человеку нужно 60 костюмов. Большая часть вышедшая из моды, там, пятилетней давности. Зачем человеку нужно нераспакованных несколько сотен упаковок с рубашками разных расцветок. Нераспакованных, я подчеркиваю. То есть, как бы складируется, как филиал какого-то магазина. Но самое грустное было не в этом. Это к тому, о чем ты меня спрашиваешь. Самое грустное было в том, что у него он купил себе Мерседес. В те годы секретарь райкома. Да. А поскольку ездить на нем он не мог, а у казахов была такая специфика, что даже крупные партийные руководители где-то держали личные свои стада. Ну, откуда они для семьи брали мясо, баранов и так далее. Так вот, у него глубоко в степи, там за сотню километров, может быть, немножко меньше, в специальном приспособлении возле этой отары стоял этот Мерседес. Он выезжал туда в выходные дни под каким-то предлогом, садился на Мерседес и катался по степи в течение часа-двух. После чего Мерседес ставил на место, пересаживал на служебную «Волгу» и уезжал руководить районной партийной организацией. Вот. Весело.
И я тогда понял, что, в общем-то, при тех объемах действительных взяток и хищений, которые я даже не доказывал, но знал и прекрасно понимал, что происходит, что произошло теневое накопление капитала. Реализовать наворованное потратить невозможно. Как? Потратить. Да. Потому что приобретение дорогостоящих машин было заметно. Невозможно. Тебя бы спросили, откуда взял. Построить большой дом, откуда взял деньги на строительство, нельзя. Построить дачу. То есть, люди как бы жили и тратили своим мерком. Они уезжали в Москву, они здесь тратили денег на проституток, на пьянки в различных ресторанах. Чемоданы денег брали, что ли? Конечно, разгружали здесь. А потому что деньги девать-то больше некуда. Чемоданами прямо. Чемоданами. Это единственный источник вот таких вот развлечений и так далее. И поскольку произошло теневое накопление капитала в огромнейших размерах, то я понимал, что страна обречена. Потому что те люди, которые эти деньги украли и прячут в каких-то тайниках, подкупая партийно-советский аппарат, превращая их в такое же дерьмо, как они стали сами, они должны были рано или поздно обрушить это государство. Легализовать возможность реализации денег, добытых преступным путем. Очень интересно. То, что и произошло в конечном итоге. Поэтому, не исключая происков ЦРУ, не исключая правды или неправды об агентах влияния и прямых агентов американской разведки. Да, если взять доктрину Даллеса, многие труды Бжезинского, то понятно, что американцы, равно как и наши другие политические противники, много приложили усилий для развала Советского Союза. Но я прекрасно понимаю, что базу под этот развал создали мы сами в своей собственной стране. И это должно было произойти. И не так все просто, как сегодня пытаются это представить. Вы заговорили о Галине Брежневой, о Чурбанове. Я знаю, что вам хорошо известны обстоятельства, подлинные обстоятельства ареста Чурбанова. Что у него нашли? Была ли семья Брежнева действительно такой богатой, зажиточной семьей? На самом деле это очень интересно. Каким вам видится вот этот арест Чурбанова? Не арест Чурбанова. Я глубоко убежден, что это в большей части мифология, искусственно созданные и искусственно накрученные. Из чего я исхожу? Ну, как можно мне смотреть фильм «Красная площадь», в котором фигурирует следователь Шамраев, который занимался делом по Министерству рыбного хозяйства, затем сочинско-краснодарским, а потом стал заниматься расследованием убийства Цвигуна. А занимался расследованием следственного отдела КГБ, кстати. Даже не мы. И если по биографии, то это один единственный я. По биографии профессиональный. Ну, профессионалы есть, говорят, делам. Что прототип Шамраева вы. Ну, других нет, да. Но ведь это такое нагромождение лжи, такое нагромождение несусвятицы и неурядицы. Ну, например, прямым текстом, а ведь в рекламах фильм выдавался как переворачивающие наши представления о той прошлой жизни, сверхсекретных публикаций. По книжке Тополя, да, сделан? Ну, по книжке Тополя. Хотя, кстати, я смотрел с ним интервью документальное, он сказал, что у меня все вымышлено. Он-то сам очень критически к этому относится. Поэтому не знаю, кто уж там в фильме. Режиссер накрутил или другие, или все вместе накрутили. Но дело не в этом. В фильме озвучивается получение взяток, там, не помню, 6 или 7 миллионов Юрием Брежневым. Порядка 6 миллионов Галиной Брежневой. Да не было этого ничего у нас ни по каким уголовным делам. Это неправда все. Было другое. Я хорошо помню, когда арестовывали Чурбанова. Ну, во-первых, я помню, когда нагнетали страсти вокруг его ареста. Когда со мной советовался Каракозов, идти на арест или нет, я сказал, что я думаю, что это будет ошибочное решение. И решение неправильное, что там больше политической ангажированности, чем конъюнктуры, да? Да. Но, тем не менее, на арест Чурбанова пошли. И когда у него сделали обыск на его даче, я помню, как выехала бригада с отбойными молотками, там и полы вскрывали и так далее. А привезли с дачи единственный мраморный бюст самого Чурбанова, который сделал ему какой-то скульптор, ну, горячий поклонник, возможно, его, как заместителя министра внутренних дел. А на квартире Галины Брежневой шел обыск, который не дал вообще никаких результатов. Но он полностью снимался на видеокамеру. Вот. Видеофильм я смотрел. Галина Леонидовна периодически уходила на кухню и принимала по стаканчику.
Водки? Когда я спросил у Славы Миртова, который вел это дело, я говорю: Слава, ну, видно, что она... Ты же ведешь обыск, она с тобой разговаривает. Ты же видишь, как она меняет в течение часа, двух. Он говорит: да. Я говорю: не сдержался, пошел на кухню. Говорит: сейчас, старик, умрешь, когда я тебе скажу, что она пила. Я говорю: что, самогон? Вот, она пила самогон. Значит, если бы у этой женщины были хотя бы часть денег, о которых сегодня в фильме озвучивается или на слуху у людей, то, наверное, у нее бы денег на самогон, хватило бы денег не на самогон, а на коньяк. Она приходила в следственную часть неоднократно в последующем. А у нас кабинеты с Миртовым были рядом, поэтому, естественно, я все это видел. Я бы даже сказал по внешнему виду, что это была не дочь генсека, а это была бомжиха. Вот настолько она неряшливо выглядела. И она ведь в конечном итоге, ее поместили в больницу психиатрического типа, где она и скончалась, потому что она спилась окончательно и закончилась величайшей трагедией. Что касается самого Чурбанова, то когда его арестовывали, речь шла примерно свыше сотни эпизодов якобы его преступной деятельности. Взятки, да? Да. Когда дело заканчивали, заканчивал его Миртов, значит, он оставил чуть больше 10 эпизодов. Остальные были прекращены, как не имевшие места, как недоказанные. И Чурбанову вменили в вину несколько эпизодов, халаты золототканные. А суд его оправдал по большей части эпизодов, и по трем эпизодам, которые посчитал суд доказанным, его осудили к 12 годам лишения свободы. Мне потом Чурбанов рассказывал, говорит: знаешь, Владимир Ильич, я, говорит, когда понял, что моя песня спета? Ну, когда стал жаловаться и говорить о том, что я не виновен, что там больше элементов конъюнктурщины, я себя до конца не оправдываю. Мне, говорит, однажды вывели из камеры, и мне не сказали руки за спину, то есть я понял, что происходит что-то необычное. Вот меня ведут. И у меня, говорит, сердце ёкнуло, что, возможно, меня сейчас освободят из-под стражи. Когда я вошел в кабинет к начальнику изолятора Петренко Лефортова, я вдруг увидел Виктора Михайловича Чебрикова, председателя КГБ СССР в то время. Ну, говорит, естественно, они с тестем дружили. А, кстати, Чурбанов до сегодняшнего дня безгранично уважает Брежнева и относится к нему с большой любовью, хотя прошли годы. И он поднялся с места, мы обнялись в присутствии конвоиров. Щебриковым обнялись, расцеловались. И когда я к нему обратился и сказал, что: Виктор Михайлович, ну, я не виновен, вот, пусть в деле моем разберутся более-менее объективно. Он мне сказал: Юра, ты, как никто другой, знаешь правила нашей игры. Решение о твоем аресте принималось на политбюро. А политбюро у нас, ты хорошо это знаешь, не ошибаешься, не ошибается. И Юрий Михайлович говорит: после этого я прекратил писать жалобы. За 3 эпизода получил 12 лет лишения свободы, из которых 9 отбыл. На общих основаниях? Да, вернулся, ну, в спецколонии для спецконтингента. Но на общих основаниях, естественно, он работал на обычных работах. Ну, как все зэки, никаких привилегий у него не было. И когда он вернулся, а Галина Леонидовна на нем поставила крест, еще тогда к окончанию следствия никогда не помогала ни материально, ни морально. Она бросила его. И он женился на женщине, с которой его связывали отношения в те стародавние времена. Вот. И он говорит, знаешь, что мне, говорит, обидно в жизни? Он живет в обыкновенной квартире, московской, самой обычной. Никакой роскоши. Прошло время. Нет у него дачи. Нет у него машины, тем более иномарки. Вот. Он говорит, если бы у меня были те деньги, которые мифически мне приписывались, я бы ими воспользовался. То я бы ими сейчас воспользовался. Я наказание отбыл. Кто их у меня заберет? Кто отнимет? Вот. Поэтому здесь объективнее было бы разобраться величайшей трагедией этого человека внутренней. Равно как, допустим, и той же Галины Леонидовны Брежневой. А как они познакомились? И относиться к своей истории более. Как они познакомились, он мне рассказывал, что я понятия не имел, что это дочка генсека. Мы были в Арагве, где была компания. Ну, женщина, которая... Я вижу, что я ей понравился. Кто он был? Капитан-майор? Майор внутренних войск. И, говорит, так получилось, что мы уехали на дачу. К ней? Я не знал, говорит, на какую дачу. Я не знал, на какую дачу. Вот. Ну, а утром, когда я зашел пить чай, я сзади услышал шаги, повернулся и обомлел. Передо мной стоял
генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. А Галя тут же сказала: «Папочка, познакомься, это Юра, мой будущий муж». А у него семья. У него семья. Вот и все. Вот и вот трагедия, он стал заложником этой ситуации. Вот. Прикладывался к спиртному. И, в общем-то, я не могу сказать, что Юрий Михайлович так уж был безгрешен. Но он никогда не был тем взяточником, который в мифологии, искусственно созданной сегодня, превалирует в каком-то субъективном мнении. Владимир Иванович, ну писали, что в карманах халата в Узбекистане ему давали там пачки купюр. Это правда или нет? Он осужден по трем эпизодам получения взяток. В халатах? Не в халатах, а в мундире. Ну, грубо говоря. Ну, как это было? Вы знаете, как это было? Насколько узбеки умели... не только узбеки. Насколько завуалированно давались взятки? Человеку предлагается, никто не обговаривает, что он взятку возьмет. На работники ЦК, КПСС, на самом различном уровне. Ему просто говорят, что есть традиция, есть обычай передать фрукты. И в самолет ему загружается коробка там, с яблоками, с виноградом и прочее. В аэропорту его встречают, он привозит ее домой, относит на кухню, жена вскрывает коробку, говорит: «Саша, а это что?» Немножко денег. Он говорит: «А что?» Ну вот деньги, 10 тысяч. Он предполагает, кто ему положил деньги. Точно он не знает. Они потом мне сами рассказывали. Говорят: «Владимир Иванович, ну что в этой ситуации? Прийти и написать докладную записку, что мне подложили деньги? Меня никто за это не посадит. Но всплывут приемы, пьянки, возможно, девочки». Вот. То есть, какие-то элементы моей личной неустойчивости и моральной нечистоплотности. Ну да, пострадает он в первую Но очередь. Но на работе то я 100% ее потеряю. А потом, когда мне эти эпизоды рассказывали, я говорю, что эти эпизоды вообще подлежат все прекращению. Когда взяткодатель говорит, что я таким путем подложил и дал деньги. Угу. Почему? Я говорю: «Ну, представьте себе житейскую ситуацию. Я пришел, коробку поставил на кухню. Моя дочь вскрывает коробку, видит деньги. Ну, и спрашивает: пап, а что у тебя еще в коробке, кроме фруктов?» Я говорю: «Да ничего, там одни яблоки». И она берет и забирает себе эти деньги. Или жена, или мой водитель. Ну, кто там коробку распаковывал? Тогда как быть? Можно считать доказанным факт получения взятки? То есть, не все было так просто, как вы говорите. Владимир Иванович, ну, извините, мне рассказывал Егор Кузьмич Лигачев, что когда он по поручению Горбачева поехал в первую инспекционную поездку сюда, в Украину, в качестве секретаря ЦК КПСС, по возвращении обратно ему позвонила его покойная жена на работу и сказала: «Егор Кузьмич, тут какие-то люди с Украины принесли нам очень много ящиков разных». Он приехал домой, открыл ящики, в них оказалась и посуда, и утварь, все что угодно. Он тут же позвонил Щербицкому, сказал: «Немедленно возвращаю вам все это, порочную практику прекратить, подарки забрать». И сделал соответствующую записку, заявление на Политбюро. То есть, были и такие варианты, видимо. Вы знаете, вот я прекрасно помню, это было связано с делами того периода. Я еще ведь занимался в свое время гибелью Петра Мироновича Машерова в Беларуси. В Беларуси, да. Да. И когда мне было непонятно, почему на похороны настоящего героя Советского Союза, героя социалистического труда, героя партизанского движения во время Великой Отечественной войны. И хорошего человека, как говорят. Прекрасного, замечательного человека, очень честного, поверьте мне. Вот. На его похороны никто не приехал из его товарищей по партии. Почему? Туда приехал один Гречкавичус. Ну, потому что не нужен был честный человек, такой, как светлой его памяти, Петр Машеров, не нужен был. Я не хочу в этом копаться, и дело не в этом. Но его не убили, нет? Нет, его не убили. Так. И дело в том, что в это время был юбилей, может быть, я ошибаюсь, да, Кунаева. Был юбилей Кунаева. По-моему, ему было 70 лет, или, может быть, немножко меньше. Так вот, на юбилей Кунаева съехались все члены и кандидаты в члены Политбюро. Вот что для меня было поразительно, я всегда об этом говорил. Говорю: ну как же дать дань светлой памяти своего товарища, руководителя крупнейшего территориальной партийной организации, как Белоруссия, никто не приехал. А здесь на дне рождения
А мне рассказывают, что когда... Ребята рассказывают из КГБ, что когда приземлился самолет Алиева, первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана в то время, из самолета выносили очень красивые в большом количестве чемоданы. Что в чемоданах, мы не знаем. Приземлился откуда? Из Баку. Так. Но на каждой из этих чемоданов, поскольку мы разгружали, была записка. Кунаеву, Рашидову, Брежневу. То есть, все было расписано. Ну, вопрос, куда ты мне задаешь? Привезли посуду, фарфор. Я не думаю, что в чемодане были деньги. Но какие-то сувениры, презенты. Ну, можно привезти красивую авторучку, но она в кармане помещается, в кейсе. А это большие чемоданы, саквояжи. Значит, там были какие-то достойные подарки. И никто не чурался, все это брали, принимали. Поэтому я не пытаюсь идеализировать то время, потому что, к сожалению, это все было. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був Володимир Калиниченко. Наш земляк, знаменитий слідчий, чия діяльність істотно вплинула на політичну ситуацію в Радянському Союзі.